Мусульмане Ульяновской области, как и всей России, встретили один из своих главных религиозных праздников – Ураза-Байрам. Он знаменует окончание священного месяца Рамадан. Глава региона провел встречу с председателем регионального духовного управления мусульман Ульяновской области Ильдаром Хаджи Сафиуллиным, а также имамами мечети регионального центра. Сергей Морозов поздравил всех верующих мусульман с этим замечательным праздником и передал дополнительно 50 праздничных продуктовых наборов для граждан к областному ифтару. Мы отмечаем его в сложных социальных и экономических условиях, вызванных прежде всего распространением коронавирусной инфекции. Но это никоим образом не умаляет значение этого праздника. А наоборот, сейчас как никогда важны взаимовыручка, сплоченность, готовность помогать. По традиции в этот день принято готовить угощения, ходить с поздравлениями в гости, посещать могилы близких. В этом году мусульмане отметили Ураза-Байрам в условиях самоизоляции. Молитвы и проповеди прошли в режиме онлайн, а верующие праздновали не за общим столом, а домашним, накрытым из праздничных продуктовых наборов. Мы получили огромный опыт, огромные данные, опыт работы, как вот помогать людям и так далее. И, соответственно, даже... Вот в процессе, когда была раздача, у нас практически на нашей сети к нам обращались, звонили, просили, что мы где-то кого-то пускали. Ну, как обычно, бывает же, что не все уж все же. Напомним, к областному ифтару в регионе была организована благотворительная акция. К проекту присоединились представители бизнес-сообщества в районах области. Всего более 3500 продуктовых наборов раздали малоимущим семьям, ветеранам и инвалидам. Наталья Чумаченко, Данил Сурков. Новости Управда ТВ.